Кто уходит из дома, а остающиеся все вместе молимся. Боже, милостью будь мне грешным. Создава меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Отец наш Небесный, мы просим Твоей милости на этот день. Благослови нас, чтобы мы в пути или дома ли, размышляли о вечности, о Твоей Голгофской святыне. Для чего мы на этой земле думали об исходе из этой жизни, о вечности? Благослови наш труд и сделай его полезным и безопасным. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Все, не забыл ничего? Да нет, все на месте. Ты идешь, еще у тебя сумки-то? Машинка? Ничего нету. Ты сегодня еще будешь делать-то? Отделку. Отделку. Квартиры. Квартиры, видите как. А потом Никита пойдет. Тут уже некому будет снимать, молиться. Он свое дело делает. Маленько покажи, какая у тебя работа. Выйдешь. Ну все. Там выйдешь, полминутки хотя бы на кресте побудешь. Быстро. Потом гляди за ним. Потом сюда. Вот. Сейчас он выходит. Вот он, Володя, выходит, мы проводили его. Надежда Васильевна смотрит, пошел дальше. Вот так. Тут не видно, где следующая-то. А то нету их. Да тут исчезла одна позиция. Ну как идет он, то со спины только видать. А не показала я. О. Дальше он идет. И вот он подходит к дверям, и вот здесь он выйдет. Ну, тут по ограде идет. Когда кто-то оттуда идет, тогда, может, я тут нажал неправильный, специалист такой. Это наша ограда. Это калиточка вот здесь вот. Это уже улица, там столб стоит, вот он, Володя, идет. Подошел, вышел. Вот, теперь мы перейдем сюда, следующие пропорции, вот он идет. Ну и по ограде, там только по ограде. Когда машина там ставит, там легко видно будет. Все, уходит на работу. Благослови его, Господи. Это у нас мусорные ящики, а тут какая-то фирма, домик купили, они сломали и построили то, что-то ветеринарное какое-то. А это наш дом, так видать, все хорошо. Вот и все. А это прямо напротив нашего окна. Тут у нас печка, вот она идет, это лестница, это дом. Тут глухонемые были, сейчас там одна только осталась. Вот так. 2,5 секунды, и я тут ролик просматриваю. Либо это не убрали, если прилепили где-то, ну вот вверху. Это про меня там один говорил, что я моряком не был, и, ну то есть... Говорит неправду, я доказываю, что это не так. А зачем вы говорите? Ну как зачем? Он говорит, и я говорю. И апостол Павел говорит, чем он занимался. Прямо аж трясет людей, когда я говорю. Вот на меня сказали, что да, я обманываю, что я не моряк, я не служил во плоти, не учился в училище мореходном, не работал на корабле. Но человек ну, с пьяного, скажется, с большого будуна, как принято говорить. С похмелья говорит. Ну, а я говорю, вот Тихоокеанский флот, где я служил. В то время слово Библия, ну, слышать-то слышал, но не знал и в руках не держал. И вот сейчас я смотрю, вот смотри, а к чему привязываюсь? Вон видно, вон уголок отломанный. А с той стороны, вон, надписи их убрали. Ну, я один к одному. Вот смотрите, вот она, береза идет. Он... Вот видите, тут видно, береза идет, вот он как продолжение. Нет, это вот мое... Это не мое, это кто-то сделал. Ну, то есть, я даже не знаю на что. За переломом, вот она дальше идет. Ну, и так дальше. Вот на сказать, на форме здесь. Видите, как? И видно, что черная здесь тень падает где-то. Ну, выдумка. Видите, какие где-то тени. И человек, он очень большой специалист, Сергей Козлов. Он это убрал, взял да и убрал. Вот, еще раз покажу. Вот он я. Видишь, он как видите, сделал. Который я очистил. Видишь, как выглядит.
Вот, та же самая фотография, но это везде, ретушировка там какая-то делается. Я не просил ничего. Алло. Ну все, пока, с Богом. Хорошо. Поляк Игнатий. Вот сегодня я считал сейчас.